Приветствую вас, уважаемые любители производства сыра. Если вы хотите производить сыр, ну или уже производите, и вам нужна форма для сыра, которой вы будете сгусток выбирать, тут оно будет вытекать, но вас жаба давит, прям так душит, что аж не отпускает. Ну, чтобы купить эту самую форму в каком-нибудь магазине, который продает всякую хрень для производства сыра. Тогда вот можно поступить следующим образом. Взять коробочку, даже не покупать. А вот, например, из-под томатной пасты, как у меня. Пасту съесть, естественно, или там приготовить какой-нибудь соус, например, из дули, как я это делал. Взять в руки паяльничек, естественно, нагреть его. Я тут уже, конечно, немножко начал. И дальше берете ее так. Играетесь. Причем дырки вы эти можете делать на свое усмотрение. Большие, маленькие, длинные, поперечные. То есть вот какие вы считаете нужным, какие вам нравятся, такие и делаете. Потому что в магазине же вам продадут форму уже с такими, как они есть, а вы, может, хотите не такие дырки, а хотите в виде там, не знаю, не буду говорить чего. Ну, в общем, берете и делаете вот так. Вот какая прекрасная штучка получилась. Одни дырочки. Чудеса в решете. Входит и выходит. Опять-таки вот эту вторую можно использовать как пресс. Навалил сыра, сюда воды налил или какую-то гирьку поставил. Раз и давишь себе. Изумительно. И бесплатно. Ну не считая затрат на электроэнергии, гию. Паяльник, который у меня был в хозяйстве, ну и, конечно, бесценное мое время. Опять-таки получилась очень полезная многофункциональная штучка. Например, если простелить несколько слоев марлечки, можно фильтровать какую-нибудь настоечку или какое-нибудь сусло при необходимости. То есть мысль уже пошла так, куда ей надо. Ну, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите производство сыра, а самое главное, не забывайте про производство самогона, и будет вам счастье. Всем пока!